Вот такой вот трейлер или домик на колесах, а вернее дачу. Дачу на колесах встретил я в одном из московских двориков. Ну, давайте рассмотрим поближе это произведение. Так, стоит он на такой фабричной, скорее всего, базе. Это такой автоприцеп. А сам домик съемный явно. То есть его можно с этого прицепа спустить и поставить, например, у себя где-то на даче. О, труба. Труба, причем такая закопченная, рабочая труба. То есть там внутри печка. Очень жалко, что не удалось побывать в этом домике, а очень-очень хотелось. Ну вот соседи хозяина мне рассказали, что он как раз использует этот домик как дачу. Так вот, окошечки. Обшит он, скорее всего, дюралевым листом, так хорошо, а обшит не ржавеет и красить его не надо. Ну, вот такой вот он замечательный, изнутри теплый. Сразу у меня мысли, вот представьте, вот кто-то строит дачи из многих комнат, и в этих комнатах, как правило, валяется много разного свезенного из города мусора, и они не используются по прямому назначению, а зимой это все не протопишь. И вот такой вот маленький домишко, сколько там, две кроватки, может быть, шкафчик для одежды и тумбочка, все, и этого достаточно. То есть привез его на дачу, выставил, затопил, переночевал. А сколько там переночевать надо? Может быть, раз в месяц или два раза в месяц? И такого домика вполне хватит. В общем, очень интересно. А вы что думаете по поводу вот таких вот компактных мини-домиков на колесах, а?